Королевскому дворцу нам надо. Так прямо и ко дворцу. Это вам до водокачки надо. То есть назад, а потом направо. За водокачкой должна стоять тетка. Торгует она вареными раками. У нее и спросите, где, мол, здесь живодерня для бродячих собак и кошек. Это еще зачем? При чем тут? Нет, почтеннейший, продолжайте. Мы спросим. Вот она вам и растолкует, если, конечно, раки не шибко будут свистеть. А то иной раз они так рассвистятся. Кто? Вареные раки? Они самые. Когда их мало, еще ничего. А если улов велик, уши закладывает от свиста. Слова при них не скажи. Ну так вот, как узнали про живодерню-то, обогнули ее с любой стороны. Вот вам и дворец. Спасибо, почтеннейший. Ну, пошла!